Здравствуйте, друзья! Сегодня в Ангелю Сад большой праздник, 60 лет этому рыболовному магазину. Со всей Германии, да со всей Европы приезжали сегодня гости, телевидение тоже будет. Я вам покажу, как пройдет сегодняшний праздничный день в Ангелю Сад. Тут готовятся лавочки для еды. Будет кухня, кофе, прочее. Пойдем пока посмотрим, что творится в магазине. Алло. Ребята подготавливают, вытаскивают товар. Как раз утро. Пятница, рабочий день, поэтому основная масса людей будет попозже. Эксперт Санька показывает же, наши новые блесна. Так, вот наш одноклубник Игорек. Здоровеньки были. Привет. Что ты расскажи, что тут присмотрел интересное? Я смотрю, что нового появилось в мире. Хвостики такие, да? Ну да. Не надо лепить, естественно. Ну да. Резина съедобная, зацепил и лови, да? Ну да, но я не уверен, что она съедобная. Именно надо проверить, да? Да. Речь одноклубников продолжается. Дима, привет всем передавая. Давненько не виделись. В отпуске ты был, да? Так, не спал ко мне. Ясно. Тут пока что-то нашел или так пока осматриваешься? Юрген идет. Хай, Юрген. Так, Вадим, Миша, очень... музыкант. Вадим, очень рад тебя видеть. Взаимно. Да, да, Миханя. Ну, ты, только утро, все уже как бы одноклубники собираются. Да, как же не собраться посмотреть, что... Конечно, посмотреть, повидаться, пообщаться, правильно? Hallo liebe Angelfreunde, herzlich willkommen zu unserem 60-jährigen Firmenjubiläum. Wir feiern heute am Freitag den 2. September und morgen am Samstag den 3. September eine riesige Party mit tollen Angeboten und vielen interessanten Gästen. Bertus Rosemeyer, der Johannes Dietl, der Klaus Riemer, der Fred Kotowski und viele, viele andere sind hier mit dabei und wir freuen uns auf euren Besuch. Gute Wetter, kommt heute viel Leute. Силиконфиш, говорят, как говорят, да? Силиконфиши бессарни. Так, теперь тебя приветствую. Всем одноклубникам, давай, давай. Одноклубники, поехали на липы, блин. Это клюет там? Конечно. Миша вытянул сейчас лотерейку, какой-то номер. Сейчас посмотрим, что он выиграл. Да, номер 443. 443, сейчас посмотрим, что. Зажигалку выиграл. Подаришь? Нет, подаришь тому, кто курит. Это тебе от Миши подарок. Он выиграл лотерею, а он говорит, я не курю. Я говорю, вот человек, который курит. На все случаи жизни. Да, это открыто. Так что это Миша. Так, так, все скромничают, никто не хочет показывать, что купили. Да. С такими фирменными пакетами. Миша взял наши блесенки попробовать, 100% опробованные. Будем пробовать. Давай, давай, ждем отчетов. И все, и все пакетики спрятали, все, никто больше ничего. Ладно, посмотрим. Секретное оружие. Посмотрим, да-да, секретное оружие, понял, да. Будем ждать ваших отчетов, посмотрим, что в отчетах скажете. Так, Дима, тащи, самую дотащивую лотерею, сейчас мы тебя заснимем, что ты выиграешь. Есть. Номер 94. Так, что там, Санька, у нас 94? У них, наверное, лотерея беспроигрышная. Беспроигрышная. Миша, зажигалка попала. Чего? Это видишь? Журнал с диском, все. То, что нужно. Не халям-валям, да, то, что нужно. Так, сейчас мы тут заснимем твои тайные закупки. Я надеюсь, у тебя жена же не смотрит наши фильмы. Она знает обо всех моих закупках.
волшебные блюсинки. Очень хорошие блесна. Ты сейчас их проверишь. Ждем от тебя отчета. У меня уже чувство есть такое, что они сами будут ловить. Главное, только бросить ноги рыбу. Да, то, что рыба там присутствовала. И ловить они будут. Так, Санька, покажи, что там. Ясно. Так, Валентин, всем привет, всем передавай. Привет, всем передаю, всем привет. Собираюсь на Райан, говорит. Собираюсь, ну, вроде как на Райан, неизвестно еще. С вами. Собираемся поехать. Как оно получится, неизвестно. Но ну, отчет мы от вас ждем, да, все равно. Да, как да, не да. Получится, отчет от вас ждем. Давай, Вартел. Будем думать, что получится. Главное, что встреча получилась нормальная, а там уже да, остальное, все остальное получится хорошо. Так, осторожно, не переломай. До скольки грамм ты ищешь спину? До 15? До 20? До 20. Вот он нашел. Ну как, цена глянул. Ну да. Рыбачил хотел. Рыбалов передумал, да? Понятно. Сейчас пойдем посмотрим. Тут профессионалы покажут, как делают мушки. Ты определиться до сих пор не можешь, да? Столько всего попробуй выбери. Это принцип солида. Если бы я знал, как это делается. Ну это с опытом придет. 20-30 спиннингов купишь и потом уже начнешь разбираться. Спасибо. Совсем хочешь меня разорить? Да, это только кажется так. Все мы так начинали. Так, покажи, пока в очередь стоишь. Вот такие приманочки мы взяли, рэк-джек, и на форельку, и на судочка, и на щучку пойдут, и вот такой спиннинг, Black Savage, 5.20, все, форель, щука, окунь, держись, сейчас посмотрим, какую ты лотерею вытащишь. Дадут, всем дают. И лотерея беспроигрышная. Это вот это в мешке? Не-не, сейчас тебе дадут таком поге. Этот мешок уже ребята купили, тоже наши, кстати. То я два заберу. Две лотерейки. Да, четыре бери, Сал, сколько дадут. Я четыре в руках не удержу. Я помогу тебе. Окей. Анна. Кайншрайбе. Вот, вытягивай. Блау ist immer am besten. Блау? Ja. Zwei Stück. Eins. Warum eins? Oh, guck mal, vier Farbe. Sie können vier Lose ziehen, aber müssen Sie aber viermal so viel zahlen. Muss man viermal etwas kaufen. Ja. Guck mal. Nur zahlen, nur zahlen. Taube mal zehn? У Италии по Скоттенло. О, guck mal. Feuerzeug, ja? Nee, eine Käppi gibt's. Käppi? Du hast Glück, тебе повезло. Да-да-да, это. Бери эту. Gib. Du hast Rute Savage. Und Käppi Savage. Gleiche, siehst du? Eine Farbe und eine Firma. Für wann sollten die Scheine sein? Arno, für wann sind die Scheine? Ты пока из всех, кто из наших вытаскивал, самый удачливый. Первый, кому из наших кепка попала.
попробовал бы вам сказать другой фарбы. Расскажи, покажи такие шикарные снасти, что за спиннинг у тебя ты приобрел. Обнову расскажи свою. От VFT 2-3 длина и 1-7 граммов больше весит. Ультралять. Супер, а в руках подержал, легкая, чувствительная палочка, обалдеть. И главное, недорогая одновременно. Ну, попробуем, как будет клевать. А катушечки что у тебя? Катушечка Окума Кайма, 30-е. Ну и тоже выглядит очень прилично. Ну плюс сегодня скидки еще, да, по 10%, вообще, вообще классно. Ну все, ждем закупились. Теперь тебя на встрече на Рауфестре, чтобы ты там побольше форели наловил на них. Попробуем, постараемся. Первое место. Но. У нас все время, у нас ни разу еще профессионалы не заняли первое место. Все вот начинающие рыбаки, все выигрывают первые места. Так что у нас на этот счет как раз то, что надо. Поехать и победить. Вот нам Олег присоединился. Рассказывай, где рыбачил в последнее время, что поймал? Да, ну, в принципе, я должен сказать, для новичка, я же все-таки да, новичок. Только начал ловить, только да. Начал, да, я довольно-таки доволен успехами. Вот в основном ловлю в порту Дюйсбурга. Вот. Ну, в принципе, без рыбы практически не ухожу. Ну, вот вчера маленького судочка взял, выпустил, а так, в принципе, довольно-таки... Ты здорового одного там выставлял, что-то 58 да. Или 68, что-то такое? Да, 60, 68. Ну, 68, почти да, здоров. Да. Так что ты красавчик. Но... Единственное, говорю, выговор тебе занесение в личное дело из-за того, что практически отсутствуют твои эти самые отчеты. Исправимся, имею в виду. Исправимся. Будешь схвачен, жестоко сам знаешь, что с тобой сделать. Смотри, получается у нас из красных вот это белое, черное, здесь тоже за белое, синее. Все контраст. Отлично. То есть вот эти вот две скоростные пойдут у нас. Вот это маленькое, это медленная проволочка. Это медленная. Это как сыпучка, но даже ты ее закидываешь на течение, медленно крутишь, она играет так, чтобы сам крутит. И у нас получается вот из этой силы две пойдут, да, вот эти два цвета. По пассивной рыбе будет. Да, 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 я тоже думаю, что два цвета цвета. А вот эти вот универсальные. Это универсальные, да? Это утром и вечером лучше цвета. Ну да. Неважно, какая она вода. После обеда надо восстанавливать, да. Красная тоже хорошо. Неважно, солнца свет нет, работа просто умирает. Да. Здесь слушай, я еще обратил внимание, крючки даже их и менять, собственно, не надо. Эти крючки менять не надо. Из града unser Freund Руслан angekommen sind natürlich sofort zum Blinkern gegangen, weil Руслан ist auch sehr erfahrener Forellenangler, der angelt super gerne an stark fließende Gewässer wie Lene, wie andere Gewässer, aber der angelt unglaublich gerne an stehende Gewässer bzw. Ariafischen. Und wir wollen sofort seine Meinung hören. Ruslan, was sagst du? Ja, ich bin natürlich überrascht, weil es sehr große Auswahl, wunderschöne Farben und super Kombinationen. Im Prinzip alles ist sagen, aus praktischer Erfahrung vorbereitet. Ich fühle hier sozusagen hocherfahrene sagen, Leute. Danke. Das ist unglaublich angenehm, Kompliment zu hören von Leuten, die Ahnung haben. Danke dir. Ich hoffe, mit diesem Blinker kannst du auch ein paar schöne Fische kriegen. Und natürlich, wir erwarten auf gute Fotos von dir. Ja. Danke dir. Так, в нашем полку прибывает, все, сразу привет, да, сразу всех заснять, привет, привет. Алло. Нет желания перекусить сразу? Это, сначала купить-то надо. Друзья, специально к юбилею Ангелусат мы с Сашей разработали небольшую линеечку блесен от нашего клуба. Сейчас я вам ее покажу. Вот такие блесенки. Нель. Все блеса светятся в ультрафиолете. Двусторонняя. Здесь одна сторона, здесь подложка, видите, белая, черная. Здесь, допустим, черная блестящая медь и светящийся в ультрафиолете, вот, желтовый. Все это от нашего клуба блесенки. Вот эти блесенки называются фольмы. Они называются неспроста. Фольмы – это на эти блесна, мы с Сашей тестировали эти блесна на речке Фольмы.
И там они зарекомендовали себя лучше всего. То же самое, двойная окраска, вот предположим, здесь черный цвет и золото блестит, с обратной стороны белое, с красными точками и светится в ультрафиолете. То же самое, опа, здесь блесна, допустим, под форельку, голубенькая с красным, обратная сторона золота. Все блесны двухсторонние. Блесенький талац. Вес у них, я предыдущий забыл сказать, вес у этой 2 грамма блесны. Ловится хорошо как в стоячей воде в тайках, так и на реках, где не глубоко. Тоже двухсторонние, эти белые с различными блесками. Здесь синий. Бело с красным, черное стало. То есть все блесна двусторонние, цвет светится в ультрафиолете. Забыл сказать, блесенки фольмы идут в двух расфасовках. Это вот 1,5 грамма и 2,5 грамма. То есть там, где помельче ставим, естественно, 1,5, где поглубже 2,5. Блесенки нейль, они идут 2,4 размер и 1,8. Следующая модель лесенка называется. Значит, размер 3,2 и размер 2,4. Вот такие вот цвета. Все это уже не раз испытали на местной рыбе, не раз погоняли. Все эти блесна обрыблены уже. Так, теперь следующая линейка блинкеров, колеблющихся блесен, называется лена, потому что мы гоняли эти блесна на лене, причем на ямах, где глубина там 1,5 метра, 2 метра по высокой воде. Именно вот такие вот блесна 5,2 грамма довольно-таки неплохо срабатывали, потому что их можно было вести около дна. Следующая у нас блесенка Салгир. Есть в Крыму такая речка Салгир, мы в ее честь назвали. 3-граммовые блесна. Именно очень хорошо работают на течении. Продолговатая форма, поэтому они очень хорошо работают на течении. Следующий ряд-то Сириус. Есть 3,1, есть и 4,1. Все цвета двухсторонние. Я показывал, допустим, с одной стороны идет черный цвет, то с другой стороны белый с красными точками и светится в ультрафиолете. А мотор блесна тоже очень хорошо для течения, как, впрочем, она работает и в стоячей воде неплохо, 3,2 грамма. Расцветка под форельку, всем известна форелька Анибал, она очень любит питаться своими маленькими сородичами. И вот специально для этих целей была сделана вот такая вот расцветочка. Что на лене, что на фольме, что на руле, довольно-таки неплохо работает. Обратная сторона, видите, золото. Что еще хочу сказать, вот эти крупные блесна 5,2 лены, мы также гоняли их и на руре, гоняли на ране, и попадается и жерех, и ясь. На рене, допустим, попадался судачок, на руре ловили головля. Так что как бы эти блесна опробованы на различных видах рыб и зарекомендовали себя очень хорошо. Я уверен, что если вы попробуйте на них ловить, вы не разочаруетесь. Повторяю, это не просто взятые из фонаря, все эти блесна многократно тестировались как в стоячих водоемах, приватных тайках, так и на реках. Надеюсь, что они и вам принесут хорошие результаты, так же, как и нам с Александром. Также, друзья, сегодня мы презентировали в этом магазине приманочки от украинской фирмы Тортап. Приманочки уловятся, на последних рыбалках я их неплохо разловил по судаку. Также уже было поймано на них и щука, и форель. Сегодня приезжали представители различных фирм, фактически со всей Европы здесь были. И самые известные рыболовы Бельгии, Голландии, Франции, все. Мы показали эти приманочки, в принципе, всем понравилось. Так что я надеюсь, что в скором будущем в немецких магазинах, не только в европейских магазинах, появятся вот эти вот приманочки. Так, нам представитель Игорь с дочкой, да? Да. Как дочку зовут? Ихайду? Зерангенейм Вадим. Тоже рыбачка растет? За удочкой приехали. Ну все, отлично. Подрастающее поколение, да, сейчас будет удочка. Англичанец, вот первый получился, на ранее были в прошлой неделе. И как? Ну,
этих. Бычков? Бычков ловили. Ну все, уже первую свою рыбу поймала. Эрцу фишгефанген? Да. Все, супер. Форель гоняли. Ну как? Понравилось, поэтому мы все говорим. Поймал ты его сюда форель, да? Форель, она тоже. Ты 22 октября. Ты на Столосина? На октября. Ну, у нас следующая встреча будет. Да. Канал на Ютубе будешь себя смотреть, да, потом будет фильм. Папа посмотрит, где его, тебе покажет. Ну ладно, завтра. 22 октября. Ну. Я забыл. У нас, мы там у Дениса, где Ангель Парадис Хан, так что давайте, регистрируйся. Ну, там все, адрес есть, все это. Ну, Петр 60, мы были-то. Ты был, по-моему, на нем. Нет? Ну, у Сашки, Сашка знает, где это. Так что, если что, приезжайте. Как раз дочку бери, вместе порыбачите. Его. Ну. Друзья, первый день 60-летия рыболовного магазина Ангель Сад подошел к концу. Осталось еще немного времени, все будет закрыто. Я вам показал немножко, кто здесь был, кто чем интересовался. Завтра суббота, будет еще один день. Надеюсь, вам понравится как сегодняшняя съемка, так и завтрашняя. Так, вот еще наши одноклубники. Сейчас Виктор Вайт расскажет, как он не рыбачил, рассказывает, где. Давай, давай, а тут только что под камеру сразу молчук. Не был, не рыбачил, ничего не видел. Вот так вот, все в тайне, да? На леща все равно ничего было. Да, по разному, да, так в рессе в основном лещ. Судачок тоже попадает. Судачок, ходит. Да, да. Отлично. Разум. Так что пойдем сейчас глянем, что там в магазине начался. До встречи, куда вы убили у вас? Угу. Адрес вот поставлю, вот там. Алло. 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 Здесь вот Дитмир Заяж, самый известный голландский спиннингист, общается с рыболовами. Магазин только открылся, а уже битком. Ну, народу уже валом. Леон. Hi, Jürgen. Hi, good morning. Hello. Hi. Okay. Hello. Hi, Vinny. Und wo ist Alex? Hi. Ich weiß gar nicht genau. War hier, ja? Так, вот Витя к нам присоединился. Привет. Сегодня утром так прочитал. Молодец, что приехал, молодец. Куда ты выезжаешь сейчас, Витя? Не был пока, да? Был один раз. У себя там в Кёльне, да? Слабо было, да? Надо к нам выбираться. В наших краях поклевывает. Сегодня утром собирался, наверное, вечером. Ездили, конечно. Звал товарища, 18, да, вот на этих местах ребята были неплохо. Вот он был, говорит, и сомика даже там поймал небольшого. Ну, в любом случае, сам Лан очень простыл хорошо. Он, говорит, на самом деле. Я говорю, ну, давай. Такое дело. Ну, это я люблю, да. Как внук, скажи. О, сейчас придет. Здесь все. Уже звонил. Говорит, деда. Деда, представьтесь, пожалуйста. Я Мезов Славик. Я Гумерсбаха, да. Расскажите, рыбачил, рыбачил, да. На Райне и на Листере, Бигизее. Ну, в принципе, так. Покажите, что за приманочки. Ну, немножко, да, вот. Немножко мне вот так, ну это понятно, крик-джек, да. Крик-джек, вот, и это... Ная, вот. Кайтэч, ну, это кайтековская, да, резина. А вот это, который ты мне говорил, вот это Дена. Гредигаз, ну это тоже крик-джек, нет, гредигаз вот другой. Да. Это крик-джек, отлично, только отлично, поменьше. Да. Ну это... Калиблот. Да, калиблот тоже всегда работает. Ну, кайтековская резина, она супер. Минус один, два минуса. Да? Цена очень дорогая. А второе, одна-две поклевки, она разбивается, ну, и ничего все. Страшного, ничего страшного. Ну, зато клюет, да? Не, зато, не, кайтековская, на мой взгляд, одна из лучших, ну, резин. В последнее, да, время что-то не хочет, но... Каждый раз по-разному. Для этого и подбираешь, всегда, да, да, идешь, ну, одно, второе. Это самое. Посмотрим. Так что давай 22-го, мы вас ждем 22 октября, да. У нас уже регистрация началась, надо заранее регистрироваться там на сайте. На сайте надо регистрироваться. На сайте нужно регистрироваться. А сейчас? А? А сейчас? В
смысле? Регистрироваться. Ну ты, у нас есть Сергей ССМ у него, сам. Прямо можем ему в личку написать, что зарегистрируйте меня и все. Потому что ну, мы заранее это делаем. Мы же собираем, как бы тайхмитуем, мы заранее собираем второй деньги, этаж, чтобы. Да? На втором будет? Мы на большом, который самый большой. На третьем, да? На третьем, на самом большом мы будем. Поэтому если есть желание, прям у нас есть Раубфиштрефы, ты заходишь туда, на Раубфиштрефы, и там прям есть регистрация, там вносишь, пишешь свои данные, имейл свой, тебе приходит подтверждение, что зарегистрировано и все. Хорошо. Если какие-то сложности, то это Сергей совсем в личные сообщения написал, там, Сергей там не получается зарегистрироваться, и он объяснит. Отлично. Так что регистрируй заодно, да? Да-да. Человек делает тоже, ребята, человек делает тоже свои блесна и привезет, на них будет ловить, посмотрит. Я могу сейчас показать. Да. Давай так, сейчас посмотрим. Произведение. Ну это, например, это искусство, сделанное своими руками. На форельку вот. Еще. Да, отлично. И пипер. Ну они здесь тут где и не надо. Там очень хорошие, да. Ну вот немножко побольше вот это вот, видишь вот. Они как играют, видишь, да? Да. Цвет вообще переливается классно. Ну вот, в принципе, вот. Не часто. Ребята обычно просто красят, видишь, а у тебя совсем другая это. Ну вот видишь, что это делается. Класс. Молодец. Вот как раз и на встрече то, что надо будет погонять. Вот, ну вот эти-то вот. Это блесенки сейчас. Ну покажи, это покрупнее ты уже что-то наделал, да? Да, тут у меня вот. Ну для вертикалки, да, блесенки? Да, разные цока, вот, да, видишь, как класс, они. Класс, да. Как они играют. Тут все зацеплено. Но. Да, ничего страшного. Ну, отлично. Вот, у нас, кстати, должно быть по солнечной погоде вот такие вот яркие цвета, по идее, должны работать хорошо. Вот я сейчас недавно сделал последний где-то, ну-ка сейчас покажу-ка. Подожди-ка. Ну, это цока вот. Покажи, все интересно. Почему-то из-под льда, правда, здесь редко сейчас лед бывает. Не, ну на биге они хорошо идут. На окуня, видишь? Ты с лодки, наверное. Да, видишь, они вот. Ты красавица просто, здорово у тебя получается. Вот последнее сейчас сделал, сейчас покажу. Вот последние мои две. Смотри. И вот это вот. Нет. Ну вот они, вот она. Видишь, подожди. Вот они. Ну вот это и на жереха, это и в заброс пойдет, на жереха это хорошая очень форма. Да, вот это я есть. Я напоминаю, космастер форма. Да, видишь. Не, отлично вообще. Это то же самое на ране ты можешь кидать сейчас, вот между волнорезами то же самое будет. И, ну, это да, и жерех, и судак может взять, все что ну, угодно. Ну так, немножко только я с собой взял. Не, классно, молодец. Надеемся вместе порыбачить и посмотреть работу. С удовольствием поездили на Лангеланд и это самое Мортену. Это, ну вот, в принципе, там уже давно запрещено на пильке, на свинец рыбачить. Угу. Вот я тогда вот перешел на нержавейку. Вот. Вот типа вот такие вот. Они рабочие хорошо делают. И по даршу будут работать, да, и кругом, по щуке да. Будут работать, да. На щуку не пробовал, но в принципе в этом году еще хочу попробовать на биге. Да я думаю, что на щуку также сработает у нас. Да, вот такая, да, вот, это самое. Расцветка такая оригинальная, форма. Она играет хорошо, она, когда солнышко, она блестит. Да, именно для солнечной погоды такая неяркая окраска, вот такая тут. Ну я делаю вот, типа вот эти, вот, знаешь, вот, вот такую окраску, знаешь, вот она, видишь, она, типа вот. Типа латунь что-то, под золото. Латунь, ну, да. Это нержавейка, это просто огнем обрабатывается. А потом в одну среду засовываю и все, она остывает. Не, очень интересно. Повыставляй на сайте, у нас же есть раздел, где балки своими руками. Это же интересно всем будет. Потому что у нас много ребят, кто-то свои формы делает, кто-то отливает, кто-то это самое. Ну вот, допустим, такую окраску ты делаешь, я первый раз вижу. У нас много ребят делают, но обычно просто красят. Видишь, ты с помощью огня делаешь. Да, и опять же из нержавейки, я не знаю, по-моему, никто не делал из нержавейки. Ребята там из меди, из этих там разных дел. Поэтому было бы интересно, если бы ты пару слов написал про это, как ты, что вот делаешь. Я думаю, у нас же есть прям тема там колеблющиеся блесны там своими руками. Посмотри, я думаю, если ты выставишь, будет очень интересно. По крайней мере, вот из того, что у нас ребята выставляли, такой окраски я не помню, чтобы мы на такую делали. Может, я что-то, конечно, просмотрел, но вообще очень интересно. Было бы как бы здорово. Так что ну, хорошо, поделись своими наработками.
Показывай свои таланты. Молодец, отлично. Я собираюсь в Швеции ехать, вот здесь я советую, спрашиваю, что-нибудь посоветуют. Уже так. Каждый день считаю. Вот, покажи, покажи приманки. Да-да, вот эти гридигац крупные, это супер 111 работает. Посоветовали, да. Попробую. Приманки такие. Вот. Рабочие говорят. Ну не пожалеешь, мы на них всю рыбу ловим, в зависимости от размера. А начиная от форели в окуни и заканчивая там судаком и крупной щукой. Здесь что там еще у тебя, да? Такие вот колебалочки, да, супер. Попробуем. Класса, в сетнике. Кстати, вот эти тоже у тебя очень хорошие резиночки. Они на ранее часто выстреливают, именно вот эта вот расцветка. Ага. Особенно раннее утро, поздний вечер, они очень хорошо срабатывают. Отлично. Ага. Хорошо. Так что давай, удачи. Обязательно на сайте отпишись, как порыбачишь. Ну, выставь хорошо. Хотя бы пару фотографий, как была рыбалка. Все, уже. В Швеции это всегда интересно. Но. Как там, ни чешуи, ни хвоста. Черта, да? Для Райана, да, подыскиваешь палочку? Это то, что надо. Посмотрю, может, еще есть 75. Хорошо? Посмотри. Не, не, наоборот повыше. Для Райана то, что надо. Так, Иван, золотые руки, наш мастер по изготовлению блесен эксклюзивных. Сам делает, вот, вот, покажи. Сам делает, сам красит. Причем не копии, а сам делает именно заготовки. Это получается копии украинской блесны SV Fishing. Ну, у тебя же и своих тоже, по-моему, ты же выставлял на сайте. Да, у Ивана много, да, своих блесен. 4 модели есть своих, которые, собственно, ручно сделал. Причем мы их испытывали на водоеме, да, мы же нарывали, и все клевало отлично. Да, я их испытывал. Ну, свои я испытывал в основном, я их мало сделал, по две штуки, просто чтобы испытать. Играют очень здорово, очень, допустим, длинные, они в основном идут стримовые, и практически по 2-3 проводки можно делать. Она как универсальная получается, и можно и твичить, и она и функцию воблера выполняет, то есть судака запросто можно. Допустим, подобие понтона 21, допустим, если судака ловить, то он вот так вот переваливается. Точно так же я специально проводил проводку. Да, колебалки судака точно так же отлично ловят. Да, да, они точно так же вот так, ну, вот. Если медленно ведешь, да, они вот так вот колеблются по типу воблера. Начинаешь быстро вести, то есть она не крутится, не заваливается. При быстрой, при медленной проводке играет отлично. Ну, я надеюсь, что 22-го будешь и как раз погоняешь свою. Надеюсь, да. Если все срастется, ну, то я приеду. Давай, да, и как раз... Погоняй свой, наделаешь еще в блесен, дай, посмотрим, какие там разукрасим, сработают, какие блесна, посмотрим. Мне тоже интересно. Единственное, вот эта сама покраска, это не флуоресцентная, а простая, да, по окуню отлетает только так. Окунь ее дубасит с бешеной силой, так сказать. Как с берега, так с лодки, неважно. Очень отлично. Хорошо на них отзываются любые, то есть не именно эти, а... Все, что я делал. Отлично, отлично. Посмотрим. На встрече посмотрим, как они отработают. Надеюсь, надеюсь. Дорогие друзья, мы опять возвращаемся к теме форелевые блесна, или блесна, которые ловят все. Сегодня у нас подошел наш эксперт, человек, который тоже очень хорошо разбирается в блеснах. Он сам их делает. Сам красит. Сам красит. Хотелось бы его спросить, что он скажет по поводу качества цветов и форм. По поводу форм. Формы тоже очень интересны, но в основном они идут, можно сказать, где-то с чего-то скопированы. Ну, формы, конечно, это, да, в форме яйца, да. Но, естественно, они намного лучше сделаны, чем японцы. То есть у них углубление лучше, а значит, блесна, допустим, на медленной, даже на самой медленной проводке будет отлично играть. Как говорится, соблазнять рыбу. Вот в чем интересно.
Еще интересные вот блесна, вот такие вот. То есть у нее наоборот сделано, то есть сама ложка сделана не в расширении, а наоборот здесь. То есть это, я так полагаю, это будет учащать игру блесны. То есть она будет не просто так медленно, а будет намного чаще. Мелкочастотная игра. Да, мелкочастотная игра. Что тоже сказывается очень. Вань, скажи, пожалуйста, что ты думаешь по поводу наших цветов? Потому что многие цвета были персонально разработаны и специально сделаны только для этой программы. Что скажешь? Цвета, конечно, шикарные. Спасибо. Да, это шикарные. Приятно слышать. Но в основном я хочу отметить. Раскраски вот такой. Очень хорошо отзывается окунь, форель, именно вот такой раскраски, то есть не шишок фары, да? Не обязательно, а именно вот, допустим, если покрашено одной, а по бокам контраст. Именно да, контраст. Да, смотри, да. Какие цвета на другой стороне, у нас и каждая блесна, другой цвет, и очень хорошо, да. Ну, они должны быть двухсторонние, по идее. Ну, что, друзья, дорогие друзья, это мнение тоже эксперта, который сам делает блесна, да. Его блесна я уже заснял, уже показал. Так, сейчас тут Слава вытягивает счастливый билетик. Там номер просто разверни, покажи, какой номер у тебя. Все. Там, ты просто разверни, там будет номер. Ну ты покажи. О. Какую возьмешь? Какая лучше? Шимана лучше. Шимана, да? Азор, да? Ну да, на целое, да. Та-та, ага. Только кепка. Дорогие друзья, второй день юбилея рыболовного магазина «Ангелус Сад» закончился. Мы с Александром были рады повидаться с множеством одноклубников, повидать старых друзей, познакомиться с новыми друзьями. Надеюсь, что вам понравится фильм, вы увидите себя, своих знакомых. И вообще, как все здесь происходило? До новых встреч, а мы пойдем пить кофе. Да, пока, друзья.